протест, опять же, хорошо, когда протест предлагает альтернативу. То есть давайте не так, а вот так. А когда вот так нельзя и все, это страшный протест всегда. Потому что он бессмысленный, беспощадный, что называется. Я не знаю, может быть, это нас так закошмарили здесь. Может быть, это действительно какая-то мировая тенденция, что то там чего-то, то здесь чего-то. Что-то все время вспыхивает, люди что-то лезут, вроде бы, почему бы вдруг. Черт знает, наверное, что-то общемировое такое грядет. Страшно, конечно, об этом говорить. Ситуация накаляется в мире, каждая мелочь уже вызывает такое раздражение и бешенство у людей, что вот они сразу лезут на баррикады. Ну, как-то надо народ начать успокаивать. Потому что не может снос парка вызывать такую реакцию. Просто, если это просто речь о сносе парка. Но это недовольство, собирание подписей, я не знаю. Турки, конечно, люди горячие, но все равно. Поэтому надо как-то, да, надо с людьми разговаривать, я считаю. Надо с людьми разговаривать, что-то им объяснять. Если что-то происходит, то это происходит потому-то и потому-то. Потому что вот так будет лучше, как нам кажется. А если это просто людей ставят перед фактом и говорят, что вот здесь было, а теперь не будет, естественно, их это не устраивает.